Сегодня готовим чечевичный супчик. Сашулька мне уже начистил тут картошечку, лучок, колбаску порезал. Здесь у меня тесто стоит. Я хочу сегодня крепки сделать. Вот оно поднимается у меня. Морковку я порезала немножко крупно, ну, квадратиками. Я ее не перла, мелкими квадратиками. Обжарила чуть-чуть. Я сюда же добавляю колбасочку нашу. Перемешиваю все и вот так все обжариваю. Потом я добавлю чечевицу. Я ее уже замочила, она чечевица. Я ее сюда высыплю и картошечку порежу. Вот такой супчик у нас сегодня будет. Вот сюда я уже добавила нашу чечевицу. Немножечко все обжарила. Картошечку сюда. Сейчас я наливаю совсем чуть-чуть воды. И вот так она у меня поварится минут 20. Чуть-чуть подожду и убавлю огонь. Я это показываю почему? Потому что, может быть, возникнет вопрос, почему я не добавляю так много сразу воды. Вот из-за того, что у меня вот такие кастрюли и есть водяной замок, оно потом само доварится. Все. Тесто мое уже готово. Я сейчас его буду разрезать вот таким образом. Вот столько я его. Вот. Что тут? Миллиметров 8, да? И вот такие крепли я делаю. Так, разрезаю, сматываю. Сворачиваю я самым простым способом. Разрезаю наискосок и уголочек сюда засовываю, протягиваю. Вот такой вот получается. Крепли – это очень вкусная немецкая выпечка, которая делается на кисломолочных продуктах. Яйца, сода, иногда добавляют дрожжи, мука, соль и сахар. Кто-то делает соленые, мы делаем всегда сладкими. Обжариваю в большом количестве масла до золотистой корочки. Вот как я их перевернула, вот такие румяные, пышные, ароматные. Я сюда добавляю ванильный сахар или ваниль экстракт, все равно. И аромат идет очень хороший, ванильный такой вкус. Вот таким образом они у меня жарятся. Немножко поджарились больше, чем надо. Я их выкладываю на салфетку, чтобы лишний жир стек. И закладываю следующую порцию. Сейчас я вам покажу, какие они получаются внутри. Посмотрите, какие очень вкусные, пористые. Прям очень вкусные. Пышненькие, мягенькие, вкусненькие. Ну, а здесь у меня варится суп. Я добавляю сюда воды. Много я не добавляю. Сюда можно добавить укроп, петрушку, зелень, кто какую хочет. У меня не очень любят это все. Поэтому я только добавлю соль, перчик. И вот такой супчик чечевичный у нас получается. В этом супчике мы не любим много жидкости. Сейчас добавлю соль, перец, лаврушку и готово. Ну вот все, вот такая красота у нас получилась. Вот такой вот у нас сегодня обед. Если вам понравилось наше видео, не забываем ставить пальчики вверх, подписываться на наш канал. Всем пока и до новых встреч!